Всем привет и добро пожаловать в данное видео. Я знаю, вы сюда пришли, потому что у вас блокировка, активация на любом iOS-устройстве, будь это iPhone, iPad или часы Apple Watch. В данном видео я подробно объясню, каким образом можно официально и бесплатно снять блокировку активации без каких-либо посредников, чтобы у вас все работало. Если вы впервые на канале, у меня есть другие ролики на тему снятия блокировки активации, которые я снимал раньше, много лет назад. Обязательно посмотрите эти видеоролики, там много информации. И в данном видео я постараюсь уместить все компактно, для того, чтобы вам было легче понимать и действовать. Итак, переходим к делу. У меня на руках имеется iPhone XR желтого цвета на 64 гигабайта, у которого блокировка активации. Его мы сегодня и будем разблокировать. Запомните, я не оказываю никаких услуг по разблокированию ваших iOS устройств. Данное видео показывает лишь вам, как самостоятельно выполнить данную процедуру. Будьте особенно осторожны, потому что в интернете есть очень много мошеннических сайтов, различных видео, которые вводят вас в заблуждение и дают вам ложную информацию о том, как снять блокировку активации Apple. И теперь давайте посмотрим, что же нам необходимо для успешной разблокировки. Для разблокировки через официальную техподдержку Apple нам понадобится оригинальный чек покупки вашего iPhone и, соответственно, сам iPhone, iPad либо часы Apple Watch. Подойдет для любой техники Apple, которая заблокирована предыдущим владельцем, то есть на Apple ID. Итак, смотрите, здесь у меня пишется, iPhone неразрывно связан с владельцем. Значит, смотрите, давайте запомним с вами email номер. Для того, чтобы все было максимально честно, обратите внимание, email номер заканчивается на цифры 2454. Запоминаем эту цифру для того, чтобы не было сомнений, что я провожу эксперимент и показываю это на одном устройстве. Теперь давайте смоделируем ситуацию, когда вы перепрошили телефон. Данный телефон был восстановлен через программу iTunes, самая новая прошивка на 8 января 2024 года. И сейчас я попробую его активировать. Мы выбираем русский. Я нахожусь в стране Австрия. Дальше выбираю продолжить. Настроить без доступа. Здесь все оставляем стандартом и смотрим. Активация iPhone может занять несколько минут. Телефон у нас пытается связаться с сервером. И, как мы можем заметить, iPhone заблокирован владельцем. Блокировки активации предотвращает использование этого iPhone посторонними лицами. Чтобы разблокировать этот iPhone, введите Apple ID и пароль, который используется во время его настройки. То есть вы здесь ничего не сможете сделать. Абсолютно вы можете только почитать небольшую справку, которая написана очень мелко. В данном случае я забыл свои данные от iCloud. Я не помню ни email, ни пароль. И поэтому нам необходим чек для того, чтобы доказать, что мы являемся законными покупателями данного iPhone, и для того, чтобы Apple убедилась в этом и разблокировала нам iPhone. Обязательно очень важное правило, чтобы iPhone не был в режиме пропажи. То есть, если он находится в режиме пропажи, то ничего сделать не получится даже через техподдержку Apple. Итак, нам необходимо сфотографировать наш заблокированный аппарат таким образом, чтобы серийные номера и все данные попали вместе с устройством. Для этого мы нажимаем на маленькую кнопку «Инфо», для того, чтобы все серийные номера были видны. И я буду использовать другой iPhone 15 модели, это мой основной iPhone, для того, чтобы сделать фотографию. Итак, фотографируем. На всякий случай сделайте несколько снимков, потому что, возможно, какие-то детали будут размыты и некачественно видно. Можно сделать еще вот так.
Так, проверяем. Так, ну здесь я немножко плохо сделал, конечно. Да, здесь прекрасно. Все видно, все номера. Вот так будет идеально. Теперь переносим нашу фотографию в компьютер для последующей отправки в компанию Apple. Заходим на официальный сайт, ссылку я укажу ниже, и прокручиваем вниз. Смотрим. Отправка запроса в службу поддержки. Нажимаем «Отправить запрос в отношении блокировки активации в службу поддержки». Теперь спускаемся вниз и нажимаем на кнопку «Начать». Внимательно все читаем и также спускаемся в самый низ. Ставим галочку «Я принимаю эти условия». И нажимаем «Продолжить». Здесь мы указываем рабочий email-адрес, на который компания Apple вышлет специальную ссылку. А также мы вписываем email или серийный номер устройства, которое хотим разблокировать. У меня номер заранее скопирован, поэтому я просто вставляю его. Также вводим антиспам защиту. Вводим символы, которые нарисованы на экране. И затем нажимаем «Продолжить». После того, как мы нажали на клавишу «Продолжить», компания Apple выслала нам специальную ссылку, которую нам необходимо проверить в электронной почте. Заходим на электронную почту. В письме от компании Apple мы видим специальную ссылку, на которую нам нужно нажать и перейти. Мы нашли ваше устройство. Проверьте правильность указанных ниже данных. Это очень хорошая новость. Значит, мы все сделали правильно. Снова переходим в самый низ и нажимаем кнопку «Продолжить». Сообщите, как с вами связаться. На этой странице нам необходимо указать ваше имя, фамилию, изначальную дату покупки, страну покупки, адрес магазина. И на этой же странице нам необходимо загрузить наш специальный чек с устройством, которое заблокировано. Снова прокручиваем страницу вниз до самого нижнего текста. Здесь я советую вам все внимательно прочитать, для того, чтобы у вас не оставалось лишних вопросов. В поле «Сообщите о действиях, которые вы предпринимали для снятия блокировки активации» я написал, что после восстановления программы iTunes iPhone требует данные Apple ID, которые я не помню. Вы можете написать любую информацию на свое усмотрение. Главное, пишите честно, откровенно то, что вы правда пытались сделать и у вас ничего не получилось. После того, как я перепроверил данные, я заметил, что выставил неправильную дату покупки. Поэтому быстро исправляю это. Теперь пришло время загрузить нашу фотографию, которую мы подготовили в самом начале. Здесь мы внимательно еще раз контролируем, чтобы все серийные номера были видны и были не размытыми. Это очень важный шаг. От этого зависит, разблокирует вам Apple ваш iPhone или нет. В моем случае выглядит все идеально. Выбираем нашу фотографию и загружаем на сайт Apple. В поле, где написано «Штат магазина», я написал «Deutschland». У нас все заполнено, нажимаем «Продолжить». Проверяем свои контактные данные перед отправкой. У нас все выглядит идеально. И теперь в завершение нажимаем «Продолжить».
Спасибо. Мы получили ваши данные и обрабатываем ваш запрос. Скоро мы с вами свяжемся. У нас появился номер нашего обращения, и это означает, что все сделано 100% корректно. В качестве подтверждения, что мы с вами сделали все правильно, Apple высылает нам дополнительное электронное письмо с номером дела. Самая основная работа у нас выполнена. Мы собрали все доказательства, что являемся владельцем данного устройства, и отправили официальный запрос в компанию Apple. Теперь наша задача ждать примерно от 3 до 5 рабочих дней до того, как Apple свяжется с нами и вышлет на электронную почту, которую мы указали, специальное письмо, в котором будет говориться, что наш iPhone разблокирован. Выключаем наше устройство и ждем, когда оно у нас разблокируется. Итак, дамы и господа, вот он момент истины. Наше заветное письмо о разблокировке Apple ID. Ваш запрос на снятие блокировки службой найти устройства был одобрен. Мы одобрили запрос на разблокировку следующего устройства. Продукт iPhone XR. Код обращения такой-то. Устройство готово к настройке с использованием нового идентификатора Apple ID. То есть старый Apple ID полностью недействителен, и нам нужно будет по новой зарегистрироваться уже с нашим новым Apple ID для того, чтобы использовать устройство. Итак, пробуем включать наш iPhone после разблокировки. Обратите внимание, я нажимаю на кнопку Info, и мы сравниваем серийные номера. И мой номер, последние числа, 2454. Это то же самое устройство, что я показывал в начале. Ну что ж, давайте попробуем его настроить как новый. Русский язык, Австрия. Оформление обычное. Быстрое начало. Продолжить. Активация iPhone может занять несколько минут. Смотрим, что сейчас произойдет. Сим-карту я уже вставил для демонстрации сигнала. Ну, о да! Что и требовалось доказать. Если мы видим данную настройку, то все сделали правильно. Ну, давайте я его сейчас быстро настрою как новый. Добро пожаловать в iPhone! Вуаля! У нас все готово, мы все сделали правильно, и это заняло всего лишь 2 дня. Давайте зайдем в настройки. Основные об этом устройстве. Пожалуйста. iPhone на 64 гигабайта. iPhone XR. Для точности эксперимента давайте мы сейчас куда-нибудь позвоним. Willkommen bei 3. Seit Juni 2022 ist eine telefonische Wertkartenaktivierung nicht mehr möglich. Все, как видите, работает. iPhone полностью в рабочем состоянии. И еще пару слов об активации Apple ID. Если по каким-то причинам вышла новая прошивка от компании Apple, и вы об этом знаете, то прежде чем настраивать телефон, обязательно восстановите его через программу iTunes, для того, чтобы в нем была самая последняя прошивка, и уже потом настраивайте. Как вы все сами могли видеть, процесс разблокировки Apple ID очень прост. Самое главное – пользоваться простой инструкцией и соблюдать все шаги, которые предписывает компания Apple. Ребята, если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях, на форумах со своими близкими, друзьями и тому подобное. Я очень старался. Надеюсь, у вас все получится и получилось. Удачной вам разблокировки. И если есть такая возможность, то вы можете оставить платный комментарий, нажав на кнопку с долларом «Супер спасибо», либо стать платным спонсором, как это сделал World Coins TV, за что ему огромное спасибо. Все, ребята, буду прощаться. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!